Время. Чуть-чуть добавите не количество ударов, а чуть движения. Движение это два уклона, вы делали один уклон, теперь два уклона. Уклон, оттяжка назад опять, то есть более через защиту провокации. Ложные, дурите, туда показываем, в другую сторону бьем. Больше защиты, да, больше чуть-чуть добавили темпа в движении. Так, хорошо, меняетесь, да, где-то атаками. Чуть-чуть сейчас, чуть-чуть на дыхание поработаем. Да, поэнергично, да. Те же самые, да, удары, только чуть-чуть движения. Два уклона, оттяжка, опять движение. То есть где-то Денис начинал, два уклона, хоп, потом шаг назад где-то сделал, поэкономил. Сейчас чуть-чуть движения, в третьем чуть-чуть добавим движение и удары. Приготовились. Вот, друзья.
Да, веселее. Да. Даже если стоите на расстоянии, все равно уклоняйтесь. Делайте себе нагрузку. Вот, хорошо. Чуть-чуть, Денис, чтобы не пропускать живот. Чуть-чуть быстрее. Да, качаем. Во, качаем. Чтобы видно было по рисунку, что темп добавляется. Ложное. Раз, вот, после него, вот это оно. Чтобы чуть-чуть по картинке было движение больше. Да, левой рукой быстрее, Денис. Вот. Заполняй левую руку. Да, хорошо, джебиком залез. Минута. Давай, добавляй. Оба добавляем. На ножках. Добавляем темп. Дальше. Оп, опять уклон, разворот. Миша, через затяжку, да, через длинные руки. Денис, учись. На больших работах, да. Не видишь, да. Молодец, Миша, затянул удар. 20 секунд. Быстрее дергаем. Задание. Ничего, оба тяжело. Видно, что оба, обоим тяжело. Можем Серегу снять. Тренер по физподготовке. Да. Тренер по качу, по становой тяге. Денис, легкая атлетика. Чемпион Турции по легкой атлетике. Чемпион по боксу белого паруса. Что нет? Правда? Уже в одном клубе чемпион. Тут тяжелее, тут конкуренции много. В белом парусе меньше конкуренции. Третий раунд. Чуть-чуть добавили и удары, и движения. То есть чуть-чуть надо устать. Поехали, бокс. Вот, хорошо. Вот мало уклонов, ударов, мало по печени, Денис. Мало левой рукой работаешь. Во, хорошо. Показал в живот, ударь в голову. Во. Чуть-чуть отхватил, но ничего. Давай. Мишинке сложно. Он сегодня вторая тренировка. Давай, чуть-чуть быстрее. Вот, ложные. Дождись, пока Миша выкинет, а потом уже. Только надо этот продвигать. Да, во. Движение. Во. И опять начинай. Хорошо, Мишань, держи по углам. Старайся с углов бить. Во, с углов, да. Во. Видишь, на левую часто нарываешься, Денис. На левую часто нарываешься в атаке своей. То есть уклоняйся. Смещение, все время смещение. Да, в другую сторону. Тебе надо пройти его длинную руку. Минута 20 осталось. Чуть-чуть, ребят, так и работаем. Только чуть-чуть, да, движение делайте. Вот, быстрее, оттяжка.
Денис, да-да-да, ноги, спасайся ногами. Во, ноги. Чуть-чуть добавили, 45 осталось. Чуть добавляй движение. Рисунок, да, оп, да, не видишь. Чуть-чуть, надо поработать, чуть-чуть, 30 секунд, надо, трудно. Надо чуть поработать, быстрее, во, опять три, опять движение, ложное кидай. Денис, ложное. Во. Давай, подкатывай к нему, 20 секунд осталось. Уклон печень. Вот, уклоняйся, чуть-чуть, не видишь. 8 секунд. Устал в конце недели, устал. Время. Хорошо, пожали руки. Молодцы.